В Алматы главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Турции обсудили подготовку к предстоящему третьему заседанию Казахстанско-турецкого совета стратегического сотрудничества. Оно состоится в следующем году в Турции. Совет, основанный в 2009-м, возглавляют президенты Нурсултан Назарбаев и Реджеп Эрдоган. На очередной встрече главной темой станут вопросы торговли и инвестиций. Для их успешного решения есть множество инструментов. Один из таких – программа «Новая синергия», которую приняли 4 года назад на первом заседании Совета стратегического сотрудничества в Анкаре. У нас есть крупная другая программа по созданию совместных казахстано-турецких индустриальных зон. У нас есть договоренности по созданию совместных инвестиционных фондов, особенно с фокусом на сельское хозяйство и на инфраструктурные проекты с учетом нашей программы «Нурлы жол». Конечно же, главным является то, что мы договорились, что в следующем году мы проведем третий стратегический совет на уровне глав государств.